главными направлениями дальнейшего роста экономического сотрудничества Беларуси и Татарстана должны стать промышленность, строительство и инновации. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Среди российских регионов Татарстан традиционно входит в первую десятку субъектов федерации, с которыми Беларусь наиболее тесно сотрудничает. В Елабуге действует сборочное производство наших тракторов, в Татарстане на базе Казанского завода собирают лифты. Важным направлением взаимодействия остается сотрудничество в нефтегазовой сфере. В частности, Александр Лукашенко предложил Татарстану услуги компании «Беларусьнефть», которая имеет хороший опыт разведки и добычи в других странах мира. В последнее время наблюдается снижение взаимного товарооборота. В прошлом году он составил чуть более 875 миллионов долларов США. При этом максимальную цифру страны получили в 2012-м – 2 миллиарда долларов. Товарооборот Беларусь и Татарстан намерены восстановить. Наиболее перспективными направлениями сотрудничества являются углубленные кооперации товаропроизводителей, прежде всего в сфере машиностроения и высоких технологий. Также Беларусь готова поучаствовать в программе импортозамещения. Уже сейчас поставки белорусских предприятий по ряду комплектующих составляют от 60 до 100%.